сейчас 39 плюс 30 градусов. Как вам жаришка в Анапе, друзья? На календаре 24.04.2024 год. Мы находимся с вами сейчас на районе речки Можипсин. Тут очень много мусора на берегу. Ну, а я, так как не могу здесь кататься, ветер сегодня чуть восточит и не продувает в этом месте сильно. И поеду с вами в Витязево на дальние дикие пляжи. Там должны подтянуться более тяжелые кайтеры, и мы закатим. Ух, какая красота, смотрите, друзья, сирень цветет во всем. Это Пионерский проспект, но мы давайте начнем с вами с объезда Витязева, посмотрим вообще, как поселок выглядит, как готовится к встрече наших дорогих гостей. Сейчас везде уже у нас наносят разметку, окрашивают бордюры. В ДЖМТ на гостевом проезде проезжал, там работают торговые павильончики, так что, в принципе, все хорошо. Это Кавказ у нас, проход к морю. Людей немного, хотя по пляжу гуляют много, там с детьми загорают, купаются. Но вот здесь находится у нас местечко, где вырубили сосны. И говорят, что они были старые, плохие. Но жители близлежащих домов говорят о том, что нет, они были хорошие. И, скорее всего, место освобождается под проезд от новых там домиков, которые построили на территории бывшего детского лагеря «Кавказ». Хотя обещали, что детские территории больше трогать не будут. Здесь у нас проход к морю возле лагеря «Черноморец». И дальше «Одиссея Парус» находится по Пионерскому проспекту. Парус, походу, уже есть люди, потому что включили светофорную сигнализацию для перехода на пешеходном переходе. И можете увидеть, как выглядит сам проход. Впереди только «Жемчужина России». Но вообще уже все лето. Смотрите, какие зеленые деревья стоят. Все зеленое. Так вот в этом году рано весна дала нам прям и погоду, и температуру. Красота. Единственное, сегодня мало солнца. Проезжаем мимо дачи Дель Сол. Тут у нас много машин и людей гуляющих. Уже заработал фонтан. Думаю, что к майским праздникам сюда тоже потихонечку люди подтягиваются. Но здесь стройка века, которая, я так понимаю, до следующего сезона замерла. В общем, тишина. То ли специалистов иностранных не хватает, то ли еще какие-либо причины. И заезжаем в Витязево, дорогие друзья. С правой стороны у нас ЖК «Солнечный», здесь медицинский центр находится и спуск улицы Батарейной тоже через ЖК «Солнечный» идет. У нас «Фиолета» тоже вовсю уже, я думаю, подготовленная, зонтики стоят, и бассейнчик готов, и люди там уже отдыхают, лежат на шезлонгах, друзья мои. Прям захотелось остановиться, глянуть, может, если не забуду, на обратном пути мы это обязательно сделаем. А что, погода соблаговолит? И почему бы не отдыхать, не загорать? Тем более уже все работает. То есть постепенно курорт Мовенпик уже запускается полностью. Здесь у нас Кавказ находится, Пандок, в котором Артур в прошлый раз жарил шашлычок. Эх, не буду комментировать вчерашнюю трансляцию. Но Артур что-то пока до общения не особо выходит. Мы же двигаемся по прямой к нашему любимому Витязеву, улица Горького у нас. Здесь я показывал в прошлый раз, что не засохло, то украли. То есть практически не осталось ни одного растения, которое мы высаживали. Улица Лазурная пошла направо. Здесь у нас тоже все уже зазеленело. Очень нравится мне, как цветет вот эта кашка. Очень красиво смотрится. Также работает у нас здесь красно-белая. То есть их, кстати, становится очень много. Тут буквально на 300-400 метров два магазина находятся. И за углом следующий. Сейчас это у нас единственный въезд в Витязево, потому что тот на аэропорту, который он перекрыт. Направо улица Короткая. Здесь вниз пошел бульвар Шардоне. Будем все равно притормаживать машины, пропускать. Вот так вот зелено тоже он сейчас выглядит. В принципе, вроде бы чистенько. Если кто-то там находится поближе, пишите, как вам. Давно не гуляли по Витязеву, надо потихонечку возобновлять трансляции. Здесь большой магнит, магнит-косметик. А тут у нас строительство детского садика. Говорят, что ведут его с опережением графика. Ух ты, какой автобус, я аж удивился, ничего себе. Побольше бы таких, и вообще тогда у нас перестали жаловаться на транспортную инфраструктуру. Вот оно, еще одно красно-белое. Мы двигаемся все ближе к улице Черноморской, главной нашей Витязевской артерии. Здесь тоже все чисто, розы расцветают уже классно. То есть последние цветы, которые я ждал, уже вовсю выпустили свои бутоны. Улица эта славится частным сектором. Здесь в основном
и маленькие домики, но есть также большие гостиницы и поворот на улицу Черноморскую. Ролеты торговые еще закрыты, то есть работает что-то, вот один из магазинчиков, но не все. И люди, можете посмотреть по одежде, кто-то в куртках, кто-то в шортах, майках. То есть, насколько люди не могут понять, что за погода. Мне, честно, сегодня немножко даже душно. Здесь у нас столбы, бордюры, все украшено и готово к приему наших дорогих гостей. Здесь шашлычная, я так понимаю, какую-то новую строят. Это переулок Ангарский. Следующий налево улица Рос у нас уходит. И смотрите, друзья, это похоже на наших дорогих отдыхающих. Такие беленькие, красивенькие в таких вот вещах. Ну, хорошего отдыха ребятам желаем. Паралия. У нас арочную конструкцию уже сделали более красивой. Ждем появления надписи, новой подсветки. Окинариум тоже готов, но по паралии мы сделаем скоро прогулочку. Вот вам, пожалуйста, еще отдыхающие, гуляющие. Это Южный проспект. Тут гостевые дома уже ждут вас. Приезжайте скорее, как говорится. Будут рады видеть вас. С левой стороны у нас флагман, за ним находится Парадиз и потом Зодиак. Все эти гостевые дома есть на обзоре. С правой стороны Понтос и Хилос. Хилос у нас успевает, я думаю, к сезону подготовиться и запуститься. Это улица Мира называется. На левую сторону пройдете к морю. Мы же пытаться будем пробиваться дальше. Тополя, по-моему, пух пустили. Да ладно, вот это да. Вот это, ну, короче, тополиный пух, жара июнь вообще не подходит. Здесь у нас тоже очень много разнообразных гостиниц расположено. Некоторые у меня есть на обзоре. Также парк развлечений «Сказка». С правой стороны вы его можете наблюдать. Тут кусты уже зазеленели и тоже зацвели. В общем, красота и наполнение зеленью нашего курорта уже произошло. То есть, если температура такая продолжится дальше, приезжайте. Гостиница новая появилась с правой стороны. Вот здесь у нас один из гостевых домов, даже, по-моему, два есть на обзоре. Смотрите, по проспект Южный, там номера с буквами А и Б, В, Ж находятся именно здесь. По прямой здесь у нас объезд вокруг Волейграда. Мы туда не поедем, заедем здесь, чтобы посмотреть, как основные транспортные артерии выглядят. Сюда у нас ходит 128-я маршрутка. Вы можете из самой Анапы приехать и попасть на эти дальние пляжи Витязева. Хотя по Пионерскому проспекту хороших пляжей тоже очень много. Как говорится, выбирать вам самим, где отдыхать, и все зависит от вас, от ваших желаний. Побывать, я считаю, что стоит на многих пляжах, потому что то там отличаются и песком, и берегом, поэтому путешествовать по даже нашим вроде бы одинаковым 40 километров пляжам стоит того. Здесь вот одна раньше была конечная остановка, сейчас мы продлили маршрут дальше, выход и мимо Белослава проходите к морю. Тоже надо будет уже, как сказать, более комплексно подснять все эти проходы, посмотреть, какие там новые гостиницы у нас пооткрывались к сезону. И в скором времени у нас уже пойдут обзорчики на гостиницы. По крайней мере, многие приглашают. Возможно, с конца апреля это уже начнется. Просто зависит все от их подготовки к сезону. Все хотят красивую картинку, чтобы вы хотели приехать. Здесь у нас Глобус находится. Детско-взрослый санаторий. Сюда море и песок проезд. Вот здесь, кстати, строительство этого комплекса как-то заморозилось. Строили-строили и притормозили очень странно. Такую конструкцию подняли. О, как происходит. Тут были у нас пляжного волейбола организованы площадки. Теперь на их месте строится какая-то большая конструкция металлическая. Интересно. Конечно. Лучше бы эта парковка так и оставалась. С левой стороны база отдыха Баргузин. Она конечная, дальше у нас уже ничего больше нету. Сейчас сразу и увидим, есть ли возможность проезда туда дальше. О, как, ребята, походу ее нет. То есть там, где в прошлом году заезжали даже маршрутки, все перекопали и проехать невозможно. Вот такие новости. Слушайте, я прям прокачусь, посмотрю, потому что у нас бывали здесь заезды, и я думаю, что прям в начале видео стоит об этом узнать, есть ли возможность подъезда или везде все перекопано. Тут пока нигде никаких моментов с возможностью заехать туда я не вижу. Вот это новости, вот это лето начинается. Да, друзья, нету заездов. Смотрите, все дырки, которые были, перегорожены ФСками, перекопаны тракторами. То есть при всем желании, я думаю, что здесь прощемиться будет невозможно.
грустно. Слушайте, мои любимые пляжи остались закрыты. Вот так вот. Ну, честно, хочется рыдать. Я прям очень любил путешествовать. Теперь только по берегу ногами можно будет пройти. Ну, возвращаемся к дороге. Давайте посмотрим, что у нас здесь нового еще появилось. С левой стороны парк Гузин. Проблема даже не в том, чтобы пройти к пляжам. Проблема в отсутствии парковки. То есть на всех желающих ее не хватало. Если бы решили этот вопрос, ну просто тебя вдоль дороги сделали, было бы хорошо. О, здесь у нас глобальное строительство. Вместо бассейнов появляются гостиницы. Эти гостиницы тоже вот-вот собираются запуститься. Давайте на Славную сразу заедем, чтобы вам посмотреть сразу, как все здесь выглядит. И можно увидеть, что строят, конечно, глобально. Вижу, что к сезону они хотят ее закончить. Это Анжелина, гостевой дом. Здесь вот так вот расстроился. Раньше на этом месте был бассейнчик. Отель «Седьмое небо». Наконец-то сделали название, чтобы его было видно, потому что много раз проезжал и не мог сказать, как он называется. Здесь «Золотой берег» находится и «Венера». С правой стороны строится гостиница, еще так и не запустилась. Тут, смотрю, тоже какое-то благоустройство идет, элементы перекладываются. Ну, есть еще пару маленьких частных гостиниц. То есть, если вы приезжаете, выбираете эти места, то здесь более тихий, спокойный отдых. Местами all-inclusive есть гостиница, например, как «Венера». И улица Славная будет рада вам. В этом месте как-то странно. Вот так строили-строили и что-то все затормозили. Даже фасады не доделали. Хотя работы ведутся, может. Я не прав, и все еще сделают. Здесь тоже у нас готовят какой-то навесик перед пляжиком. И выезжаем непосредственно туда, куда сюда люди приезжали на маршрутках. Впереди дюны, ограничения на выезд. Вижу уже там катеров, которые запустили свои парашюты. И, собственно, парковочные места. Коих даже сейчас, смотрите, ребятки, сюда просто катеров немного приехало. Уже не хватает. Плюс потом вот эти гостиницы запустят своих людей. И мест не хватит вообще. Вот такие моменты, к большому сожалению. Будут здесь «Блю», называется гостиница. Здесь еще дальше есть парковка и разворот. В общем, эти места выглядят теперь вот так. Вот в дальнейшем, возможно, улица Скифская соединится полностью, но пока тут территория стоят чьи-то и не застраиваются. Вот такие моменты. Деревья гнет от ветра. Надо их немножко подкорректировать, растянуть. Все палки, видите, попадали. Смотрите, ребятки, искупались. Помаши там тоже ручкой, Марина. Пока. Она решила стать тоже кайтером. Приехала сегодня, посмотрела, как тут ребята катаются. И поехала на работу. Возможно, Александр будет и обучать. Ну, дай бог, чтобы у него все получилось. Здесь останавливалась машинка, и все люди выходили с нее и шли по настилу. Настила сейчас нету, и я чуть левее вообще вышел на пляже. Могу сказать, что, в принципе, здесь относительно чисто, хорошо, песочек тепленький. Это меня прям очень радует. Красотища наших дюн. Берегли бы их. Вот видите, где не катается, даже трава растет. То есть песок удерживается максимально сильно, создавая вот эту буферную зону, защищая наш поселок от штормов. Когда люди начинают пробивать прораны, песок сдувается и улетает дальше. А песка все меньше и меньше становится на дюнах. И это очень плохо. Еще больнее видеть кем-то сломанные ветки олива или лох серебристого нашего. Он и так тут выживает как может, еще и кто-то его ломает. Ну, сейчас расчистили проход прям вообще напрямую. Приглашаем море, так сказать, в гости. Ну, здесь высота еще большая, думаю, не дойдет. И видим один кайт. О, друзья мои, здесь совершенно другое направление. Прям кайфы. И я вижу, что начали выставлять, окрашивать, подготавливать пляж Венера. Один из популярнейших пляжей за счет того, что в прошлом году 23-я маршрутка сюда приходила. Туда дальше вообще пустота. И, возможно, так и будет, потому что люди, я думаю, не особо будут пешком прогуливаться. И плюс, так как нет парковки, то это еще большей проблемой становится. Так работы ведутся. Я думаю, к маю здесь уже все будет готово. Пляж здесь был полностью оборудованный, с баром. Были бесплатные качели, туалет можно было пользоваться. По вечерам нет-нет происходили разнообразные сессии. Вот здесь, мне кажется, раньше были деревянные эрарии. В этом году собрали металлические, я так понимаю, чтобы они служили много лет и их не красить. Потому что, видите, они из нержавейки, по-моему, сделаны.
Ну, может, ошибаюсь. Посмотрим, как себя поведут. Выставили опять близко к воде, но, возможно, после шторма вода отойдет. Все-таки хочется видеть по 20 метров везде. И здравствуйте, наши дальние пляжи Витязева. Шторм века очень потрепал Тартугу. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы и обязательно тоже прогуляемся. И вот смотрите, тут море, совсем другой ветер, другая волна, плотненько, хорошо. В общем, можно будет переодеваться и врываться. Здесь ребята сегодня у нас, по-моему, тестируют кайты. Это у нас правильно называется парафойл. Я на кайте катаюсь, на дувашке. В общем, настолько много всего разного существует для катания по морю, что это просто фантастика. Ну, от силы 5 метров. Я на 11-м нормально выехал, прокатился. Хороший вот такой кайтик. Вот он. У него спереди вот этот самый, он как парафойл сделан, а сзади просто вон хвост. А он однослойник. Предлагают ребята затестить свой кайт. Они его производят в Питере, я так понял. Работают несколько, там у них версий есть. Ну, посмотрим. Сейчас самое главное пойти переодеться и прийти закатить. И дай бог все получится. Сюда заходишь, тут за счет дюн такая ляпота, такая красота. В общем, кайф одним словом. Смотрите, отдыхающие еще. Ребятки, знаете, что самое интересное? На пляже сколько было отдыхающих в Витязево. Я так понимаю, что коридор работает. Сейчас попробуем туда просочиться. Посмотрим, как выглядит отель. Хотел на потом отложить, но думаю, ну что нам, как говорится, тянуть кота за хвост. Поехали, посмотрим. И заодно улицу Мира посмотрим, как она выглядит. Вот вам еще отдыхающие. Эти ребята на море были. Как раз снимали, как я там катал. Тут мы поворачиваем гостиницы «Море и песок» и улицы Скифской. По правой стороне появился тротуарчик, по-моему, его не было. И коммуникации какие-то проложили, немножко асфальт разбили. Тут гостиницу я говорил вам, что она пока заморожена. И заезжаем, смотрим гостиницу. Парковка для гостей отеля в ту сторону проезжают. Интересно, конечно, как та гостиница, которая у нас была на обзоре, в этом году готов ли там бассейнчик. Надеюсь, что мы туда опять попадем и вам все покажем. Здесь вот как раз таки и людей больше, и машин больше стоит. Стены, куда они все приезжают. Там, кстати, куст зацвел на пляжной территории. Девушка фотографирует. Ну, смотрите, ребята, попадаем с вами немножко в лето. Я думаю, что Коруна, наверное, потому что это гастробархан тут. Есть такая вкусняшка. Какой-то как будто частный дом. Сейчас мы увидим. Нет, я был прав. Коруда Family Resort Spa запущен. Поэтому людей здесь мы столько много с вами и видим. Я думаю, что у них бассейн с подогревом. По крайней мере, возле него сидят люди. Купающихся я не вижу. Вот этот гостевой дом у нас есть на обзоре. Он, два раза мы его снимали. Уже с бассейном. По крайней мере, кухня у них суперская. И еще одна гостиница тоже начинает работу в этом году. Это все по улице Скифской. Так что, ребятки, смотрите. Ходит. А вот здесь вот лог Витязь, выход на пляж. Дорожка. Ой, там люди ходят. Тут тоже сколько изменений. Вот это да, дорогие друзья. Вот опять порыв ветра пришел. Ну вот он, выход с лог Витязя сейчас смотрится вот так. И проход. На картах подписано, что вот этот угловой называется Анапа Вью. Интересно, он в этом году заработает уже или нет. Значит, подъехал дальше. Здесь и выход делают с Скифской 14, и бассейнчик в процессе. Также детская площадка появилась. Все, как и обещали, ребятки. Значит, можно 100% приезжать на отдых. Если не ошибаюсь, то гостевой дом Атлантику называется. Вот с названием что-то меня подводит. Два раза снимал. Ну, простите, если ошибся. Скифская 14 или 14А. У него адрес стоит. Местечко шикарное, советую, приезжайте. И кухню пробовал, номера все показывал, причем делал это неоднократно. Вот у них рядышком здесь проход на море есть. Ну а теперь давайте-ка вернемся на Паралию, посмотрим обстановочку. Вот сколько людей, то, что я вам говорил, да? И посмотрим, что там происходит, и заодно улицу Мира посмотрим. Это сам лог Витязь, проход возле него, кстати, все подстрижено, все чистенько и на море. Мы только что там с вами были. Это называется курортная деревня, 5 звезд, раньше тоже к логу Витязя относилось. Сейчас не знаю, честно, кстати, Газпромовская это вместе, они нет.
как это существует. Избавился «Газпром» от активов, перевел в какие-то дочки. И, собственно, все на этом. Доезжаем до улицы Мира. Кстати, гостевой дом «Патра». Рома берет его в аренду. Мы вчера это в эфире узнали. С вами давайте сначала прокатимся к морю. Здесь можно увидеть, что идет благоустройство. Домик ремонтируют. И с правой стороны тоже. Уже пришли рабочие, все приводят в порядок к летнему сезону. Ну ладно, не все. В одном месте дальше что-то тишина. Тут в проездах. Мы тоже готовятся к гостинице. Дворечки пока все молчат, тишина. Открываться пока некому. Я так понимаю, что лонг-клюзию заманивают очень низкими ценами. Представьте, там заплатили, приехали за небольшие деньги, получаете все включено. О, аптека «Апрель». Даже горит и работает. Первый открывшийся объект, пожалуйста, аптека. Заедем сейчас на улицу Скифскую и глянем, как выглядят тут отели. Машинок предостаточно. Это либо те, кто в аренду взяли, либо те, кто готовят отели. Потому что рабочие тоже нужны, чтобы все отредактировать. Да, вот все отмывают. Слышим работу кёрхеров, чтобы к сезону принять. 7 адмиралов и идеал есть на обзоре. Но это проход на пляжик. Здесь тоже 2 человека. То есть и там людей было гораздо больше, чем тут. Кронос с левой стороны, гостевой дом. Здесь у нас Элита называется. Тут парковка работает. Комфорт, Одиссея. Спрашивают, гостевой дом «Одиссея». Я знаю, база отдыха «Одиссея». «Одиссея», вот она где находится. Я реально в шоке. Я не ожидал такого количества людей. Ну, я ожидал такую температуру. У нас уже 17-12, а на улице плюс 24. То есть тепло, хорошо. Собственно, поэтому люди к нам и едут еще. Туда тоже заехал, но там перекрыто. «Мира» досмотрим до конца, потом вернемся на «Знойно-Серебряное». «Знойно-Серебряное», сюда мы вернемся. Здесь поехали. «Илиада» гостевой дом есть на обзоре. Столовую тоже неоднократно показывали. В этом году у нас появится гостевой дом «Патра», я надеюсь. Еще раз повторяю, Рома взял его. На май, говорит, свободных мест достаточно еще обращать. Вон, кстати, Ромина машинка стоит. Они тут все доделывают. Как только будет готово, мы сразу зайдем, покажем. Гостевой дом суперский, до моря очень близко, со своим бассейном. Поэтому, друзья, могу вам советовать. Следующий у нас «Марина» гостевой дом. Вот он, вход в него. Дальше сюда вовнутрь французский квартал. Здесь «Золотое Руно», All Inclusive тоже есть на обзоре. Уже работает здесь шашлычная. Здесь можно прийти покушать в удовольствие. Столовая, походу, запустилась. Вообще, значит, «Золотое Руно» заработало, раз все так пошло. Здесь гостевой дом «Бавария». Туда дальше у нас находится «Астория». «Астория» тоже у нас есть на обзоре. Здесь «Витязь» выезжают, детки. Следующий «Зодиак» и все остальные гостиницы. Мы сюда заезжали по этой улице. Здесь, друзья, конечно, радует, что наконец-то сделали асфальтик. Дальше у нас «Мак-отель» находится справа. С левой стороны у нас тоже тут парочка отелей. Одна «Атика». И вот этот, я вот не помню, улица Знойная, как называется. Тоже не подписан, ну, не суть. Здесь у нас «Мегалюкс» справа и «Атика» — это большой комплекс. У нас идет аж на 2 таких гостевых дома. Тоже жалко, нету на обзоре, хотя переговоры шли. Здесь с правой стороны «Дюна» находится. Видите, сделали бордюр под тротуар, значит, с той стороны он тоже появится. Тут у нас картинги, еще можно покататься. Гостевой дом тоже без названия, а следующий называется «Легенда». Далее мы попадаем на «Паралию». Здесь новое место рваных парусов здание. Все больше людей подтверждает, что там будет KFC. «Орион». Слушайте, работает, открыт. Шашлыки уже ребята открыли. Тоже готовы воспринимать. С той стороны мы видим, люди гуляют по «Паралии». Больше скажу, там тоже торговые точки пооткрывали. Все, я думаю, что пора нам в трансляции прогуляться по «Паралии». Музычка играет. Тут, слушайте, точно «Ростикс». Прям круто. Уже все, больше вопросов к этому нету. То есть, ну, KFC, «Ростикс» откроется. Да, «Ростикс», конечно, порадовал. С одной стороны. С другой стороны, у них изменили, убрали острые ножки, поэтому не порадовал. Шашлык жарят, «Тарион» готовят тоже уже к открытию. Думаю, что и «Китайка» тоже хочет повторить это все. Поэтому «Людмила» гостевой дом с правой стороны показываем. Тут, по-моему, тоже к «Ориону» относился. Следующая у нас гостиница
как мне нравится наша неподписанная гостиница, либо их название уже дальше Софтгранд находится. День добрый! Наши люди везде. По сторонам ее рассмотрит, гостиница пытается назвать, как они называются. Здесь я тоже, по-моему, что-то на обзор приходил, снимал, но давно это было. Поэтому 100% и не упомнишь. Там у нас Есон гостевой дом. Думаю, что там штучки три, которые не покажем, вы не расстроитесь. Здесь Леонсия называется. Леонсия. По-русски, блин, ну почему не пишут? Как это обидно, когда мы в России живем, наш язык везде гнобят, а у нас название пишут не русскими буквами. Космос гостевой дом. Коралл, у нас есть и кофейня, и сама гостиница на обзоре. Снимали здесь, у нас находится Олимпия Аквапарк. Этот гостевой дом тоже не подписан названием, и жалко. Аквапарк пока не вижу, чтобы готовили к открытию. Ну, тут вечно красиво. Море Ресорт. Туда дальше гостиница еще. От аквапарка выезжаем, поворачиваем налево. Тут тоже еще несколько гостиниц есть. Я сегодня такой прям мега-обзор по всем гостиницам сделал. Деспина. Это я не знаю, как правильно называется. Омега следующий. А там, по-моему, оно с той стороны, что ли, называется. А может, я и не прав. То есть, ну, это косяк, я думаю, именно хозяев, что они не подписывают. По прямой у нас гостиница «Пляж». Там у нас кафе «Виктория» находится. Тут тоже, смотрю, торговые ряды пооткрывались. Машинки стоят людей, которые там торгуют. Собственно, и здесь «Сказка», гостевой дом. Тут, представьте, на барханы. Вот, отъехали в обратную сторону. Здесь гостевой дом «Олимп», тут пустой участок, здесь огромный участок пустой, так понимаю, пытались его продать, может, уже продали, но, в общем, пока зависело. «Вива Виктория» тоже гостиница здесь находится, и тут у нас под парковочку, пока я понимаю, местечко сделали и пользуются им. Гостевой дом «Георгий», если я не ошибаюсь. Могу что-то напутать, вот этого всегда боюсь и начинаю троить. Ну, и здесь еще комплекс деревянных домиков. Место гостиницы и дальше гостиница перед пляжем находится. Отель RMV. Ну, а тут у нас на Светлой пусто. Туда тоже пусто, никто ничего не делает. Хотя вон там, смотри, какой-то вдали идет благоустройство территории. Здесь тоже подготавливают ребята торговые точки к работе. И в ту сторону пока тишина, причем еще проход к морю не открыли. Ждут торговцы уже первых отдыхающих, чтобы здесь прогуливались. Ну, надеюсь, что вы появитесь на скорую. Ролеты все закрыты. Здесь моют полностью плиточку, чтобы было чисто и красиво. Здесь еще медийная лавка, где была, открывается. Напитки тоже открываются. То есть потихонечку все начинает и здесь оживать. Я думаю, 2-3 дня тут, ну, 1 мая 100% будет уже много чего работать. Поэтому те, кто думает ехать, не ехать на 1 мая, пожалуйста, спокойно приезжайте. Золотые дюны, апартаменты. Есон я вам с той стороны показывал. И двигаемся по улице Светлого. Здесь столовая пока еще не готова встречать. Вот грязные окна у них. И все закрыто. И розы еще почему-то не распускаются, хотя во многих местах уже розы видел. С правой стороны с Бригантина находится, здесь тоже начали шевеление. Здесь тоже уничтожили все туи, которые были. И вот она, первая роза, бутончик появляется. Прикиньте, все выкопали. Ну, на самом деле, может, если они мешают, мне туи вообще не нравятся как растения. Мне нравятся больше либо сосны, либо какие-нибудь деревья, платаны, например. Чтобы, допустим, снизу был просвет, а сверху была корона, создающая тень. Пишите, кстати, какие у вас любимые деревья. Здесь больше бутонов розы. И люди хотя бы. Чуть-чуть на улице Светлой мы встретили. Как-то лысенько стало. Здесь тоже, смотрю, возле Бригантина деревья исчезли, которые были. Вместо них тут посадили несколько вечно зеленых кустов. Так сказать, веточек воткнули. И на этом все. Здесь у нас Константинополь находится. И дельфин, по-моему, назывался. Здесь Марсель. Столовая и гостевой дом. Рыночек. Ну, пока все спит. То есть, пока все ждет открытия сезона. И мы приближаемся к Южному кольцу. Может быть, еще стоило Южный проспект показать, чтобы такой грандиозный обзор отелей закончить. Но, а че? Но, сейчас я крутанусь, вам еще Южный проспект засниму.
тем более там вроде бы симпатично все тут эти цветет. Город мира, ребят, уже почти полная загрузка у него, так работает он клюзивы. То есть люди едут, повторяюсь, на низкую цену кайфовать. Я знаю, как мы сейчас сделаем. Мы сейчас заедем на улицу Роз и посмотрим здесь еще гостиницу. Это будет мега обзорчик. Я думаю, что спасибо от вас должен 100% услышать. Ну, все называют там Ергос. Мы здесь приехали еще один гостевой дом там на углу. То есть все вы их любите, я думаю, свои узнаете. Золотой клен у нас есть на обзоре. Ред Роз, Христакис есть на обзоре. Я в шоке, сколько гостиниц я уже снял. Вот, ну, только Витязи, я уже не говорю там про Анапу, Джимате. По другой Черноморское побережье. В общем, портфель у нас гостевых домов на канале очень большой. Здесь тоже люди готовятся к сезону постепенно, потихоньку. Когда же, говорится, все начнется. И самое главное, вы у нас появитесь. Вот с парковками беда большущая. Надо выделять какие-то участки, делать перехватывающие парковки. Потому что здесь потом все в машинах заставлено не пройти, не проехать по этой же самой улице. Фаворит слева гостевой дом был. Тут тоже, по-моему, я снимал какую-то гостиницу на обзоре. Где-то мои подписчики отдыхали, к ним в гости приходил. Очень много чего интересного получалось. Когда уже первая столовая откроется в Витязево, хочу сделать обзор. Обычно это первая столовая, на нее снимается первый обзор. Надеюсь, в этом году все так же и получится. И выскакиваем на улицу Черноморскую. Слушайте, я, конечно, не знаю, но такое ощущение, как будто столовая Парфенон открылась. По крайней мере, они уже выставили меню. Ценники. Каждый посигналил. Там девушка на телефоне разговаривает. Набежайте, подождите. Мы выскакиваем обратно на Южный проспект. Здесь новые торговые площади появляются. Гостиницы. Работает Грека, работает Сифудо. Смотрите, какие девчули здесь гуляют красивущие. Ну так, немножечко приостановиться. Батарейку надо поменять. Островок гостевой дом. Зелененькое, все классное. И тут тоже постепенно, потихонечку все ждет сезончика. Я думаю, что обзорчик будет неполный, если мы не повернем на Александрийский проезд, не посмотрим, как там гостиницы выглядят. Ну, здесь мы до Южного проспекта 13 доехали и поворачиваем. Парк аттракционов, лабиринт Минотавра, гостевой дом Абсолют у нас есть на обзоре на канале. Здесь ребята стригут. И, кстати, все работает. Парк аттракционов пока еще не запускается. Думаю, в скором времени тоже начнет все открываться. Гостевой дом Илиос. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь нас позовут. Илиос, гостевой дом с левой стороны. Здесь Кассивелли находится. Красно-белая открылась на повороте. Дальше глубже в улицу. И туда дальше у нас Люксор. Еще одна гостиница. Мы же поворачиваем налево. Гостевой дом Пантелеймон называется. Заезжаем глубже. Волга гостевой дом. Следующий Манго. Потом Олимпик идет. Это все по правой стороне. И следующий Националь. Здесь с левой стороны и Мера находится. Акрополь гостевой дом. Здесь у нас называется Роял отель. Элифтрия с правой стороны. И Сократис. Следующий гостевой дом. Мы доехали до моего любимого гостевого дома. Это Атлас называется он. Только что еще и пообщался с хозяйкой. В общем, ждут ребятки вас. Еще чуть-чуть мы тоже сюда зайдем на обзорчик. На новый снимем, обновим для вас. Ну, от души советую. Я в прошлом году, когда сюда пришел снимать обзор, там в бассейне люди сидели. И там пол бассейна мои подписчики. Это было так круто. Всем огромнейший привет, кто любит эту гостиницу. Приезжайте на отдых. В общем, советую. И самое главное, что отзывы хорошие. Отель Леонидас. Следующий у нас Sunrise. С правой стороны пансионат Витязева Family. Это я показывал с той стороны. Там H2O еще находится гостиница. Парковка Витязева Family. Сверху там у них игровая зона. Возможно, бассейн тут где-то находится. Точно не был, не знаю. Здесь также еще Золотой Ямал. Гостевой дом расположен. Ранч с той стороны. Ну, Парелье прям на глазах оживает, и люди появляются. Мне кажется, на выходных здесь будет движ. Вон уже и вещи продают. Ну, людей вы видите сколько. Отель как Гранд Меридиан. Мы приехали немножечко еще дальше, чтобы зацепить оставшиеся гостевые дома. Протас гостевой дом. За отель как Гранд Меридиан находится здесь у нас. Волга выходит на эту сторону.
Ну, тут многие так отели выходят на эту сторону. Кстати, плиточку себе Протас перекладывает на входе. Молодцы. Хлоя гостиница. Корфу называется. Это от Олимпика. Вход, я так понимаю, на развлечения. И дальше Оранж мы видели. И впереди H2O. Огонек. Вход. Это детская база здесь. Вот таким вот мы видим этот райончик Витязева. Теперь едем на Южный проспект. Эта вся часть считается у нас первой линией, самые элитные места для отдыха, самые лучшие, ну, не всем по карману. Те, кто ищут подешевле, они отдыхают туда выше, за Горького, там у нас есть микрорайон Лазурный, чуть-чуть дальше от моря, то есть, ну, разница в том, что вам немножко либо дальше пройти, либо дальше проехать. Это самый центр. Тут и все развлечения на Паралии, и еда. Ну, не сказать, что там, допустим, будет скучно, особенно для тех, кто приезжает ради моря и имеет больших финансов, с удовольствием живут и получают удовольствие. Не переживайте, если вы эти места не тянете. Всегда есть возможность предложить вам что-то под ваш бюджет. Кстати, обращайтесь к Джанику, если вдруг вы не можете выбрать себе что-то. Говорите ему бюджет, и он уже посоветует, что сможете себе позволить. Гостевой дом Эргес. В правой стороне у нас парк аттракционов. Он пока еще не открывается. Это гостевой дом Корона. Южная. Здесь Ливия находится. Вот какая-то музычка заиграла. Эдо гостевой дом. Это у нас Исидор называется. Следующий Венеция. Дальше у нас идет гостиница Аида. Посейдон. И на углу находится Кристина, гостевой дом. Столовой, кафе, там все, что надо для отдыха, вам тоже нравится и есть. Вот такие дела, друзья. Сегодня у нас, кстати, губернатор Витус смотрит, что там построили. Осталось нам подняться с этих мест вверх и показать вам то, что здесь и есть. С левой стороны Магнит. Вот этот гостевой дом, я постоянно забываю, как он называется. Но его любят мои дорогие друзья, подписчики. Ну и гостевой дом. Дальше мы идем Триером. Здесь у нас находится Зеридис. Ретро был в самом начале на кольце. Здесь не вижу названия. Ну, собственно, доехали обратно до садика. Как-нибудь, я думаю, чтобы сильно не растягивать ролик, если вам, кстати, будет интересно, устрою такую же поездочку, но по микрорайону Лазурный. Надеюсь, вам действительно было полезно, интересно. Вы напишите свой комментарий, поставите лайк, сделайте репост, подпишитесь на канал. Так мало всего надо сделать. Еще один Александр Великий, гостевой дом. От души, ребятки, для вас старался. И, кстати, можно поддержать донатом на бензинчик, чтобы, как говорится, наш конь нас и дальше возил по номеру телефона, который видите на экране. Хотелось бы вам еще рассказать о том, что много людей погибло на воде за прошлый год. Но я думаю, сделаю это в следующем видеосюжете, либо в прямом эфире, который мы с вами сделаем, либо завтра. Я думаю, что завтра, хотя бы через день, а потом будем уже с мая каждый день давить, как и раньше, много контента для моих дорогих, чтобы это было интересно и важно, а не просто так его снимать в никуда. Если вы с этим согласны, пишите комментарии, дорогие друзья, что да, хотим. Если нет, ну нет и нет. Подписывайтесь на телеграм-канал, выигрывайте бутылочку вина домашнего моего производства. Но в этом году восхитительное, но очень крепкое. Девчонок просто выносят, они сразу говорят, да, я согласна на все что угодно. Проверено. Так что пользуйтесь, мужчины, можете участвовать и побеждать. Ну, а если не пьете, 500 рублей на счет от меня для вас тоже буду рад вам послать. Ну, тоже красота какая. Эх, то есть даже море не видно, когда-то было видно. Еще хотел я в конце видео, и сейчас вспомнил, подъехать, посмотреть сверху, как выглядит движуха фиолетом. Давайте сделаем это. Во-первых, здесь у нас покосили газоны возле креста. Во-вторых, не так уж и много людей осталось. Сейчас под вечер 24, днем-то 30-ка было. Но все равно мы отсюда видим тех, кто там сидит и отдыхает. Все работает, стройка остановлена, то есть для людей комфортные условия. Так что спокойно можете приезжать и отдыхать. Ну, на этой великолепной ноте мы заканчиваем наше повествование. Желаю вам хорошего настроения, позитивных эмоций, чтобы вы тоже приезжали уже и отдыхали. В этом году, кстати, люди приехали гораздо раньше, чем обычно. Это круто.